В Нижнем Тагиле появилась новая техника. Порядок на улицах города наведет дорожный пылесос. Установку протестировали коммунальщики. Убирает грязь, пыль, смет с дорог. То есть, как вот уже демонстрировали, можно убирать, чистить грязь в труднодоступных местах. Но вообще этот пылесос, он достаточно распространен на территории России. То есть он эффективный, еще раз говорю, он надежный. Машина оснащена бункером для сбора мусора, а также баком воды. Система распыления воды не позволит во время уборки подниматься пыли. Дорожная новинка позволит в несколько раз ускорить уборку городских улиц.